передала девушка вон из-за того столика. Ну, который вы 9 месяцев назад передавали бутылку шампанского. Называется кра, так и наша програ. Шесть кадров. Время быстро несет, и на все эпизод нам дает режиссер. Шесть кадров. Чем крупнее арти, тем короче репри. Нас всего в антрепри. Шесть кадров. Только сядешь и вклю, все вокруг рассмею. Вот за что я так лю. Шесть кадров. На самом деле тяжело мне, ребята, вот так везде с охраной ходить. Но потребность есть. Враги у меня имеются. И никогда не знаешь, какой день станет последним. О! Кукушка-кукушечка! Сколько мне лет осталось? А? А? Слышите, что кукушка говорит? А кукушка никогда не врет. Это точно. Так может быть я зря везде с охраной, всего боюсь. А? Слышите ведь? Проще надо быть. Так что вы, ребятки, вы идите. И идите к семьям, погуляйте с детьми. Сегодня выходной, а я один погуляю. Все, ребята, идите, свободны. Ну, наконец-то. Спасибо тебе, кукушечка! Алло, милиция. Дежурный слушает. Так, назовите адрес. Адрес свой назовите. Так. Так. Все, ждите, наряд выезжает. Ну чего там, не томи уже. Ограбление. Я победил. Прошу, благодарю. Значит, ставлю 500 рублей на кражу со взломом. Ставлю 500 на разбойное нападение. Ну и 500 пьяный дебош. Так, ставки сделаны, ставок больше нет. Ждем. Вот, посмотрите. Чистит идеально. Избавляет ковер от пыли, грязи и вредных насекомых. Ага, я знаю. Я для этого этот пылесос и покупал. Вы закончили? Да, да. Спасибо. Спасибо вам огромное, что уделили мне время. Спасибо, спасибо. Какой странный молодой человек, да? Пришел, нашим пылесосом почистил свой ковер. Кто он такой? Да новый сосед, небось. Не открывай, кому попало, Галь. Девушка, ну что одна идешь? Садись, подвезем. Да не боись, мы не кусаемся. Но если только так, по обоюдному согласию. Значит так, медленно отжимаем сцепление и выжимаем газ медленно. Мы что, в три этажа собираемся?
Я говорю, медленно отжимаем сцепление и газ. Вот. Такую девушку отпустил. Ох. Ты у меня в жизни не сдашь. Ну, смелее давай! Вот, товарищ Сталин, нашли в Брянске двойника. Ходил по Брянску, людей пугал. Да чего я пугал, никого не пугал, ходил туда-сюда, как ходил. Как похож, а? Как ваша фамилия, товарищ? Тогда Зябликовы мы по матери. Три брата у нас. А имя? Адольф, в честь деда. Так что с ним делать, товарищ Сталин? Может, расстрелять? Ни в коем случае. Так. Сейчас. Боже мой, да они что, там все, что ли, оглохли? Даша, Дашенька, Даша! Позови Сашу! Сашу позови! Ну или Мишу! Даш! Мальчик! Вот это ты, да-да, мальчик! Мальчик, как тебя зовут? Сережа? Сережа, да? Сереженька! Сереж, иди домой! Я такой супчик вкусный сварил. Иди, сынок, иди! Ну вот, вот один нормальный мальчик нашелся. Сереж, иди домой, сынуль, иди! Что-то идет явно не так. Да, мы ожидали совсем другую реакцию. А чем мы можем катализировать процесс? Может быть, сульфатом натрия? Не уверен, Андрей Альбертович, не уверен. Я вот подумываю о биополимерах. Нет, Сан Саныч. Я думаю, что тут необходимы углеводородные активаторы. Вряд ли. В общем, сегодня, видимо, снова без борща. Пообедаем бутербродами. А вечером я возьму забор оригинального состава из кастрюли у жены. И завтра спокойно проведем спектральный молекулярный анализ состава. Поймем, что мы опять сегодня делаем не так. Ой, ладно, бутерброды в холодильнике. Извините, ошибся. О, простите, обознался. О, нашел. Что за трусы? У меня вроде таких нет. Это же Вася, этого председателя нашего. Вот он колодец сломался, так вот попросил постирать. Ну. Слышишь, Риш? Это Машки, соседки наши. Это Дашки, продавщица из продмага. А это
Ирины Петровны, главного бухгалтера. У них у всех колодцы сломались. Простерни, пожалуйста. Дорогие мои, вы все, что у меня есть, мои друзья. Спасибо вам, что не забыли, что пришли поздравить меня. Мне повезло работать модельером уже потому, что меня окружаете вы. Поэтому, несмотря на кризис, я решил не экономить и собрать вас всех здесь на мой день рождения. За вас, мои дорогие, и за наш модельный бизнес. Ну что, Галина Эдуардовна, посмотрите внимательнее, может, вы все-таки узнаете кого-то из этих людей? Да, что-то вроде нет. Вот этот точно не он. Вот этот точно. Вот этот вроде тоже не он. Да и этот, в общем, не он. Вот, Вовчик, да. Вовчик, зайчка, да что же они с тобой сделали-то, а? Нашелся, да? Нашелся. Ну и слава богу, у них тут два дня дегустация новой водки. Я уже пятого потерянного мужа здесь нашел. Забирайте, забирайте. Спасибо вам большое, боже мой. Вовчик, зайчка. Встаем, Володя. Владимир. Давай. Встаем. Дружочек, ложки. Вот, хорошо, хорошо. Подгибай, зайка. Папочку бери. Давай, дружочек. И пошел, домой. Домой, да. Тихо. А ты что смотришь-то? Наливай давай! Как говорится, за успешное раскрытие дела. Я с твоей дегустацией тут за два дня месячный план выполню. Давай, наливай, какая тебе тут самая вкусная. Еще раз проверим вашу безопасность. Каску. Надела. Бронежилет. Надела. Гранаты со слезоточивым газом. Вот здесь, в верхнем ящике стола. Переживаю я за вас, Галина Эдуардовна. Людям зарплату в два раза урезали. Злые будут, как черти. Ну, как говорится, с Богом. Времени я вам предоставил достаточно. Кто готов отвечать? О, Степанова. Очень хорошо, очень хорошо. Прошу. Начинай. Это что такое? Это вместо того, чтобы ходить вот на лекции, на семинары, да? Ну для кого я целый год распинаюсь? Для кого? И для чего? Для того, чтобы увидеть вот это позорище? Ладно, показываю последний раз.
Все, Степанова, иди. Завтра пересдачу. Иди, иди. Здравствуйте. А сколько стоит выстрел? По фигуркам 50 рублей. По мишеням 100 рублей. Если попадете в черный круг, можете выиграть приз. Есть еще беспроигрышный вариант. Цена выстрела 300 рублей. Но это для тех, кто стреляет не очень метко. Ну, дайте мне за 300 рублей. Не сомневайтесь, попадете 100%. У нас гарантия. Скоро, Федор Владимирович. Люди ждут. Подождут. Все, я готов. Кто там ждет? За третьим столиком. И че это им солянка моя не нравится? Ладно, разберемся. Веди. Спасибо, милый. Да не за что. Дорогая. Я, Александр Сергеевич, вчера немножко перебрал. Знаете, такие вещи написались. В основном про вордулак. Сударь, больно слышу. Я тоже про белочек пишу, но не допиваюсь, как вы до чертиков, Николай Васильевич. Голуба, побойтесь Бога, вы же русский классик. А вам-то, сударь, какая печаль? Русский классик. От такого же слышу. Я тебе говорю, что она хороший человек. Я когда к ней в тот раз приходила, она мне говорит такая: садись, садись. Ну что, молодые, красивые, что делаем на вокзальной территории-то, а, Ромалы? Чувствую, ждет вас судьба тяжелая. Дорога дальняя, казенный дом. Наверное, порчу на вас навели. Или наведут. Позлатите ручку, а то я вам будущее вперед лет на 7 скажу. Да, или на 10. Ой, спасибо. Ой, спасибо, Ромалы. Ой. Чувствую, сегодня все у вас будет хорошо, Чавелы. Фу. Вроде пронесло. Главное, в глаза им не смотреть. А то обдерут, как липку, я знаю. Слушай, надо нам с вокзала уходить. Слушай, здесь конкуренция выросла. Слушай, может, на дороге пойдем? На светофорах стоять будем? Не-не-не, это не вариант. Там гаишники работают, а они вообще как звери. Ой, Василий, Василий. И какого же лешего мы это все купили-то, а? Ведь все равно же никакого толку нету. Мань, ну кто ж знал-то, что его ента, как его, к какому-то отоплению подключать надо. Я ж думал, поставили, и все, жара. Ага, она разжарила. Иди давай вон печку топи, а то ведь ноги доколели совсем, сейчас сами дуб дадим. О, а что, если его в печке разогреть?
а потом поставить, а? В эфире снова магазин «На диване». Следующий лот нашей программы заинтересует любителей животных. Мы представляем вам уникальный ошейник, который называется «Тузик рядом». Этот уникальный ошейник слегка бьет током вашего питомца, если он отходит от вас на определенное расстояние. Звоните и покупайте уникальный ошейник «Тузик рядом». До свидания. Стой, ты куда, Андрей, пошел? В туалет можно. Какой туалет? Перерыв никто не объявлял. Давай, садись, работаем дальше. Пожалуйста. Готовы? Начали. В эфире снова магазин «На диване». Следующий лот нашей программы – шампунь-антиблох. Рожков, ключ. Головку на 12. Вот. Внимание, откручиваю. Так, началась потеря масла. Мы теряем его. Быстрее. Снимаю. Все, закручивай. Ох. Слава богу, маслопотерю вовремя остановили. Я начинаю жалеть, что наша частная клиника переквалифицировалась в автосервис. Долбанный кризис. Да уж, Эдуард Владимирович, так вот пригонят дорогую машину, а это ж ответственность какая. С людьми она все же как-то попроще. Да, да. Человек, он что, он... Да. А это? Это... Как таланта сестра называется Кра, так и наша программа. Шесть кадров. Время быстро несет, и на все эпизод нам дает режиссер. Шесть кадров. Чем крупнее арти, тем короче репри. Нас всего в антрепри. Шесть кадров. Только сядешь и вклю, все вокруг рассмею. Вот за что я так люблю. Шесть кадров. Ла-ла-ла-ла.